Я Маден Краслав. Я живу в Москве, учусь в студии Art Veranda Дети. Я люблю живопись. Мне 12 лет, я люблю живопись. Я нарисовала ледяного Джека, потому что нас с ним очень много объединяет. Например, как пластика, юмор, также его характер, например, великодушие, доброта, стиль одежды и прическа. Я хочу, чтобы обладатель картины чувствовал, что ледяной Джек дарит позитивный взгляд на жизнь, и чтобы он умел встречать все жизненные препятствия со смекалкой. Я первый раз участвую в конкурсе Golden Times Talent и признателен этому конкурсу за возможность показать себя.